Здравствуйте, меня зовут Бижанова Динара Эстамбаева. Я учитель физики Назарбаев интеллектуальной школы города Нур-Султан. Давайте поговорим о таком современном и трендовом аспекте в образовании, как STEM. Уже сейчас миру требуются специалисты в области техники, программирования, проектирования и кибернетики, новейших направлениях науки. Но и обучение всему этому должно быть соответствующее. Ведь для того, чтобы быть в ногу с прогрессом, и требуется эффективная методика преподавания. Наша задача – не просто передать знания, но и научить ими пользоваться. Рассмотрим способ реализации направления STEM-обучения как создание научно-технической лаборатории, творческих технопарков для реализации STEM-проектов на базе школ. Мы совместно с коллегами хотели бы вам продемонстрировать разработку урока по теме «Модели фильтров для очистки воды», где дети будут проводить проектную и исследовательскую деятельность. Цель обучения на уроке – определить причину загрязнения воды и объяснять способы очистки. Критерии оценивания следующие. Ученик определяет причину загрязнения воды и соответствующий способ очистки, анализирует, делает выводы по видам фильтрации. Какие же ожидаемые результаты? Учащиеся будут правильно определять вид загрязнения воды, понимать, какой способ очистки и фильтрующий элемент целесообразен в зависимости от вида загрязнения. Так, для проверки усвоения знаний учащимся по теме «Загрязнение воды и способы очистки» можно предложить выполнение задания. Первое упражнение ориентировано на понимание видов загрязнений. Суть упражнения заключается в сопоставлении названия загрязнения и соответствующей картинки. Если учащийся испытывает затруднения, то ему представлены подсказки с информацией по каждому типу загрязнения. На втором этапе учащимся предстоит провести собственное мини-исследование, в ходе которого необходимо проверить гипотезу о том, какой из способов очистки может быть рекомендован для фильтрации загрязненной воды. Всего учащимся будет предложено 10 образцов грязной воды, представляющие собой смешение соли, соды, красящей пищевой краски, почвы, органических соединений на примере долек апельсина и травы, кусочков поролона, обрезков газеты, моющего средства, перца и уксуса. Пропорции и перечень загрязняющих веществ могут быть определены учителем произвольно. В качестве способа очистки учащимся могут быть предложены следующие варианты фильтров. Первый и самый простой – это фильтр на основе фильтрованной бумаги. Почвенный фильтр, фильтр из мелких камушков, угольный фильтр, песочный фильтр, фильтр из хлопка, сетчатый фильтр. Задача учащегося состоит в том, чтобы, используя различные виды фильтра, определить, какой из них окажется наиболее эффективным для очистки загрязненной воды. Результаты своей работы учащийся заносит в таблицу, где он не только указывает тип загрязнения, который был устранен с помощью соответствующего способа очистки, но и указывает, была ли верной либо неверной гипотеза, которую он выдвинул по итогам первого этапа урока.
Ваша модель фильтра работала так, как вы ожидали, с последующим обоснованием ответа. Вода, которая будет получена в ходе фильтрации, достаточно ли она очищена для того, чтобы ее можно было пить? Опять-таки, с обоснованием ответа учащегося. Вода, которая была очищена с помощью вашего фильтра, достаточно очищена, чтобы быть вылитой водоем? Учащимся также необходимо привести аргументы в поддержку своей позиции. И в заключении учащимся необходимо перечислить те идеи, которые они видят в качестве перспектив дальнейшего развития их фильтрующего аппарата. Например, они могут говорить о том, какое количество слоев будет использовано в их фильтре. Они могут говорить о том, какой должна быть предельно допустимая высота фильтрующего устройства и так далее. Лабораторной работы для оценки качества отфильтрованной воды с предыдущего задания. Наша цель – создать проект по оценке качества воды с использованием набора Arduino и платы Arduino. Для выполнения данной работы нам потребуются следующие компоненты. Компьютер с программным обеспечением Arduino, плата Arduino и комплект датчика pH. С помощью данного датчика можно построить pH-метр для измерения значения pH различных водных растворов. Теперь давайте подключим pH-сенсор к Arduino, как показано на схеме. Датчик pH имеет три контакта, которые необходимо подключить к Arduino. Итак, подключите контакт VCC к 5V Arduino и GND к GND. Подключите его аналоговый вывод A0 к Arduino. В результате мы получим данную конструкцию. Дальше посмотрим исходный код для pH-датчика с Arduino. Вы можете скопировать код и загрузить его на Arduino-борд. Как только код загружен на плату Arduino, вы можете открыть последовательный монитор и начать тестирование датчика pH. Для тестирования разработанного выше pH-метра используется 4 разных решения с разным значением pH. Значение pH мыльного раствора составляет 9-10, значение pH молока составляет 6,5-6,7, pH воды из-под крана составляет 6,5-8,5 и pH лимонного сока составляет 2,3. С помощью pH-датчика предложите учащимся измерить уровень жесткости полученных образцов.